Сегодня у Главного управления МЧС по Якутии прошло торжественное мероприятие, посвященное 8-й годовщине со дня образования гражданской обороны страны. Эту дату отмечают 4 октября, но спасатели все эти дни были задействованы во всероссийских учениях, и только сегодня они смогли отметить свой праздник. Мероприятие с построением личного состава спасателей и пожарных МЧС, а также ветеранов гражданской обороны началось с поздравлений главы МЧС и вручения наград и званий. Быстро реагировать на часто изменяющиеся природные условия, находиться в состоянии постоянной готовности к чрезвычайным ситуациям и многое другое. Это те условия, в которых приходится работать сотрудникам дальневосточной гражданской обороны. Специалисты гражданской обороны ежедневно подтверждают свой профессионализм на деле. Силы и средства гражданской обороны оперативно и эффективно выполняли свои задачи, не допустив возникновения новых огромных трагедий. От всей души поздравляю ветеранов гражданской обороны, внесших неоценимый вклад в развитие системы гражданской обороны страны.